многие жители отметили, что единый платежный документ за январь 2022 года чуть больше, чем обычная их оплаченная квитанция. Это связано тем, что начисления в январской квитанции произведены за полтора месяца, за половину декабря и за январь. Формирование единого платежного документа за февраль месяц будет произведено, как обычно, за один месяц. А для того, чтобы корректно был сформирован, необходимо своевременно передавать показания приборов учета воды и электроэнергии. Сделать это можно либо по телефонам контактного центра 8-496-245-15-99 или 8-499-444-0100, а также в личном кабинете клиента на сайте Мособл.ИРС. Оплатить без комиссии можно также в личном кабинете клиента. Если будете оплачивать с помощью карты МИР, то возможно получить кэшбэк в размере 1% от суммы платежа.